Когда я путешествовала по Англии, при посещении частных английских садов меня всегда волновал внешний облик их теплиц. Аккуратные, с красивым вегетарианским декором, они невольно вызывали уважение к их владельцам. И, конечно же, я загорелась идеей купить такую теплицу в Англии. Но вовремя специалисты мне подсказали, что традиционные английские теплицы имеют тонкий профиль и совсем не предназначены для наших снеговых нагрузок. А это значит, что мне приходилось бы чистить крышу от снега. К этому я не была готова. Помогла подруга. Порекомендовала фирму Britain, которая поставляет на российский рынок высокопрочные теплицы компании Elite Greenhouses. Они специально были разработаны для регионов с частыми снегопадами и природными катаклизмами, такими как США, Канада и с недавних пор Россия. Вот моя теплица. Если вы рассмотрите профиль в разрезе, то увидите, что у него особое строение. Толстое сечение и замкнутый контур, а не Т-образная форма, как у остальных алюминиевых теплиц. Особую прочность теплицы придает специальное остекление. Стекло считается благородным материалом, а в теплицах Britain оно еще и усовершенствованное, закаленное. Его толщина 4 мм. Закаляют стекло при очень высокой температуре, а потом быстро охлаждают. После этого стекло меняет свою структуру. Становится на 700% прочнее обычного. Оно не только не боится снеговой нагрузки, града и ураганного ветра, но и случайных ударов. Даже если вы специально постараетесь его разбить, то оно рассыпается на множество безопасных кусочков. И вы им не поранитесь. Стекло опирается не просто на алюминиевый профиль, а на неопреновые трубочки. Прокладки, которые вставлены с двух сторон в каждый профиль конструкции. Это нужно для герметичности. Стекла фиксируются на каркасе прочными стальными пружинами и прижимаются пластиковыми накладками. Все это и гарантирует конструкции удивительную прочность и долговечность. Все функциональные усовершенствования удивительным образом материализовались в красивых пропорциях и богатом декоре. Посмотрите на отливы и водосточные трубы. Они как у настоящего солидного дома, правда в миниатюре. Подставьте емкость и собирайте ценную дождевую воду для полива овощей. Прочность, красота и безопасность – это, конечно, важно, но не менее важна и функциональность. Летом горячий воздух поднимается наверх и просто давит на растения, они испытывают дискомфорт. В крыше моей теплицы есть не только удивительные люки, но и красивые жалюзийные створки. Эта автоматическая система вентиляции очень практична, занимает мало места. Чудесным образом сами открываются, и мне не нужно следить за температурой в теплице. Чтобы было удобно подвязывать высокие растения, у меня есть удивительные колечки. Они вставляются в каркас крыши абсолютно в любом месте, а к ним уже привязываю направляющие нити. По такому же принципу устроены болты, на которые я весной укреплю многочисленные полки, чтобы поставить кассеты с рассадой. Часто осенью те, у кого есть такие теплицы, накрывают грядки и размещают дачную мебель, чтобы посидеть за чашечкой чая, с книжкой, на лоне природы, но все же в тепле. Я же садовод заядлый, поэтому я ставлю здесь обогреватель и выращиваю урожай до самых белых мух. Britain строит теплицы разного цвета, всего 6 вариантов. Я же заказала самый модный сейчас в Европе цвет – графит. Он прекрасно смотрится на фоне зеленого сада. Не каждая фирма может похвастаться таким спектром колористических возможностей.
Ну а конек крыши моего любимого домика для растений своим элегантным видом может взволновать любого эстета. Моя теплица – настоящее произведение садово-архитектурного искусства. Спасибо фирме «Бриттон» за красоту и безупречное качество.